Друзья, мы приехали с АИ Гокул, Супер Базар называется. Я хотела просто купить обувь для душа лета, чтобы заходить в другой обуви. Darling, where is the shoes? I want to see shoes for душа, for bathroom. А, да, да. Он говорит, ты их спроси, как, откуда я могу знать. Shoes, which floor? Shoes, slipper. Слипер. На втором этаже. Но здесь ведь второй этаж, это третий этаж, видимо. Если по английской системе измерения. Мы ходим, я хожу в шлепках дома, потому что очень скользкие полы, и здесь можно легко и просто шлепнуться. И поломать ноги, руки. У нас уже очень многие ломали. Поэтому, наверное, up, darling, I think one more. Он спросит. А мы потом с вами посмотрим различную посуду. Смотрите, какая маленькая скороварочка. Но это неудобная. Меня спрашивали, на сколько литров наша скороварка. Вот она какая-то такая. Я не знаю, честно говоря, на сколько литров. I think up. Смотрите, какая прелесть. Кьют. Очень мило. Совсем пустой по сравнению с супербазаром. Я не знаю, как он выживает. Up. Наверх, да? Хорошо, ага. Пластики. Но опять же, мы все это с вами рассмотрим подробно. Каждый этаж будем рассматривать, цены. Ах, какой термос такой, да? Приятный. И приятно, что крышечка прозрачная. Вот. Но без Саши мы не возьмем. Еще на один этаж, да? Мы не возьмем его с собой потом. Здесь одежда, полотенце, постельная. А, шуз, детские игрушки, велосипедики. Детская одежда, взрослая одежда. Сари. А, дупаты. А, нет, это юбочки. Это юбочки. Ну, похоже на дупаты. С Катюшкой мы здесь перед отъездом покупали футболочки, подарочки. No, I like, you know what I like? I like this kind. This very good. It's very light. Они очень легкие. Вот такие вот. This is for... И не скользят, посмотрите. This is for bathroom, darling. You buy for you and for me. Yeah. Only for me, I need... We need only one pair, Mama. One pair? Anna, we don't go together. Да, да, хорошо, ага. Yeah, let's buy your size. Давай, покупай свой размер. This is okay. No, this. Put on this. Yeah, yeah, sir, no problem. For bathroom, no problem for bathroom. But you need good size for you, да? Is it okay? Only for bathroom, darling. Да, хорошо, окей. Is the price? Is the price there? Сколько они стоят? Asme, you want to get one? Take new. Yeah. Same, but clean. Купи чистые. 147. Love. That shop is where I like this white. They must have there too. He has all the variety. He supply all over Andhra here. People buy from him. All shopkeeper. Make photo. Yeah. Сделай тогда фотографию.
Он хочет помочь своему, своему другу и у него купить. Ну хорошо, давай, сделай, сделай фоточку. Нога. Сейчас, this size. The same size, big. Угу. Ну вот эти очень хорошие. Seven. Ага, seven это мой. Вернее, у меня шесть. У меня шестой размер. Угу. Светланка мне такие показывала, она такие купила здесь. Thank you. Вообще пусто. Ну, всяческие игрушечки. Вот эти тяжелые, кстати. Ача? Пошли, пошли. Чало, чало. Смотрите, какая красота. Я знаю, где путь. Ага, все, все, поняла. Шопинг будет в Мумбаи, в Бомбее. Мы... Я не хотела говорить этот секрет. Но мы поедем в Мумбаи. Еще один этаж вниз. Он говорит, мне нужно разменять 500 рупий, поэтому я сейчас куплю одну пепси-колу. Так, а я все коврики рассматриваю. Я иду, иду, ты покупай. You buy, I come. Нет, здесь ничего интересного. Посмотрим в Мумбаи. Я вчера и так много чего напокупала на 5000. I don't know, no. We don't need big one. This one okay. This one okay, да, да, thumbs up. Okay. Такой. Он, видите, он не любит холодный. Я люблю холодный. Я бы из холодильника купила, но я точно знаю, что я потом заболею. Горло заболит. Поэтому уже надо беречься. Да знаешь, значит, береги здоровье. Вот сахар Джаггери. Вот такой вот Джаггери сахар. Я вчера купила, так, это 70. Тростниковый, натуральный. Я вчера купила в супербазаре. Мелкие, вот не такими камушками, а мелкие. Угу. Ну все, пойдем. Мороженое ешь тут. Нет, ладно, мороженое не буду. Мама, going buy shoes. I will bring it to you. Я тебе не верю. Так я принесу. Принесу обувь. Ну хорошо. Окей. But like this, darling. Окей, okay. Именно такие. Чтобы не скользили. Хорошо. Да, да. Он хочет просто меня на рикше отправить, чтобы я не тащила вверх это все. Потом
मेरे घर जाना भैया। हाँ मैडम, घर थोड़ी से भी नीचे आएगा। Лена, Елена, Федор, Ава Баба, наш дедушка, и Елена, соседка, и Федор, и еще одна русская девушка. Да, да, I think same. Я-то хотела, чтобы его оставить, этого водителя, и вместе посмотреть обувь. Нет, Саши умничает. Мама его здесь Ну, а я их уже вижу, вон они лежат. I see already. I see, I see. This. Look like. Да, вот такие вот легенькие. Седьмой. I want white and a light, this, except only more size. Is it big? This my size. This is my size. I need, we need bigger, your size. Нет, мне эти не нравятся. Что-то они мне давят. Те были лучше, однако. Очень не нравится, все не так. Все не так, все не по-моему. Все не по-моему, не по-моему, все. Все, все не так. Ну, в общем, он тут поставщик. Ну что, он не то показывает-то, Саши. But it's small, mama. Mere size wala chahiye. Nahi nahi, ye aapka party number hai, aunty ka hi chahiye. Dekhi. Nahi, dono pen sab hai na. Подожди ка. It's for you, okay? For me, no, I think. Yes, size wala. Надо было там покупать. Я тебе говорила, а я говорила. Я не люблю говорить, я говорила, но я же говорила в конце-то концов. You want white only? White. I don't know exactly. No, this I don't want. I want. They have new one, I'm sure. Show blue. I will bring from storage. He has a storage here. Evening I will bring. It have to be very light, like this, This. Same wala? No, same thing. Sample. They will bring new one. How much? Mama don't worry. Ну а почему нет? А мне интересно, how much? I interesting. No. Лелега. Аре лелега на мне. Okay, we'll take evening. How much? Mama is cheaper here. No, I know, but it's not 100. 100 рублей, да? Ладно, хорошо. Thank you. Thank you. Ну а что? It was 149 there. Да, да. Пошли. Интересно же цены. Цены – это вообще самое интересное. Цены – это вообще самое интересное в мире. Ну что, еще что-то для моего Прованса? Прованс квартиры. Будем делать индийский Прованс. Пошли. Во как у нас теперь. Видите, как они любят фотографироваться сразу. How you like? For me, I don't go up. I go. Тогда давай рикшу. Мама,
Он за мной не пойдет, поэтому... Поэтому давай рикшу. Хорошо. Он тебя, говорит, наверх отправит. Вон мой дедушка. Дедушка целеустремленный. Но я уверена, что он к Саши подойдет. Саши ему десятку даст. Сейрам. Ага, да. Поболтать же хочется, пока. Раз уж встретились со всеми. Вы в ашрам ходили? Что в Саи-базаре купили? Купили Софи. Представляю, кого? Купили Софи. Ира, это ж очиститель крови. Супер. Угу. 200 рупий, пожалуйста. Из чего состоит? Ой, я не знаю состав. Ну, очень целебный. Мы уже одну такую выпили. Я так думаю, что почти. Черная соль, а-а-а, миндаль и джегори. Ага. Миндаль. Черная соль, черный сахар. Да, все, все прекрасно. Потихонечку, да, зарядку. Будем делать зарядку. Угу. Федя, давай я понесу. Ой, как хорошо, какое счастье. Да, так мы никогда не ходили. Это уж точно. Точно бы не ходили. Если есть такой соблазн ездить, то все равно будешь ездить. Конечно. Я, ну как, до 5-го я спокойно поднимаюсь. Выше не пробовала. Правда, когда лифт сломался, я 2 раза. 9-й, 1-й. Я пыталась вот даже туштам вот так придавить. Потому что иногда на Да. отходила. И все, ну как бы, вот все и починка. Но оказалось, нет. Ну, мы как это, как раньше телевизоры ремонтировали, помнишь, в СССР? Постучать по телевизору, да и все. А сейчас лифты мы так ремонтируем. Тук-тук. Вам-то хорошо, а мне еще идти. Ой, ну все, счастливо, Сайрам. Сайрам, Сайра. Света пошла в магазин. А я ее встретила, когда выходила. Мы с ней погуляли, поболтали. Да, встретили. Она тоже проверила, говорит, что купила. Так любопытно же. Самое необходимое. Да. Ну, счастливо, пока. Друзья, я поднялась, с каждым днем все легче и легче. Ой, раньше я совсем, помните, берегите дыхалку, то все, на каждом этаже останавливалась. А сейчас вполне, ну правда мы болтали с Леной всю дорогу, пока поднимались, вполне хорошо. Всех обнимаю, всех люблю. Что буду готовить на обед, пока еще не знаю. Сейчас меня, может быть, озарит. Пока кушать не хочу. Вот, приготовим, если что, быстро. За полчасика. Всем пока-пока. Буду держать вас в курсе, что сегодня будем делать. Вот, сегодня у меня йога, но я ее снимать не буду, потому что мне это неудобно немножко, мои страдания. Кто захочет,
по Zoom присоединяйтесь просто потом. Вот. Думаю, ни к чему это. Вот все уже показали, уже приблизительно направление наших занятий понятно. Вторник, пятница мы занимаемся с Марией. Вот. Ну, там я под видео, под каким-то из занятий оставила Zoom, ссылочку на Zoom. У моей бедной совы то глаза торчат наружу, то лапы. Сейчас лапы. Вот. Я, значит, друзья, сразу отношу в стирку, а чистые вешаю сюда. Маски. Вот. У меня там... Вот кидаю так с утра, что нашла белое, светлое. А вечером, если что, темное, постираю. Или не постираю. Или раз в неделю. А светлое всегда есть. И сейчас все, стирку сделаю. Это уберу. И все будет замечательно. Настал еще один прекрасный день нашей счастливой жизни. Благодарю, благодарю, благодарю. Ура, ура, ура. Я вас люблю.